вами София. Привет, я Егор. Сегодня мы продолжаем показывать все то, что привезли с фестиваля TV Start. Сколько бы мы этого ни делали, все равно интересно. А все потому, что каждое выступление вызывает массу приятных воспоминаний. Вот, например, следующее выступление вызвало у зрителей бурю аплодисментов. Не только аплодисментов, но и высоких оценок жюри. Вот и подошла к концу фестивальная неделя 7-го международного телевизионного фестиваля TV Start. Время пролетело очень быстро. В течение недели участники не только принимали участие в конкурсных и фестивальных программах, но и смогли приобрести массу незабываемых впечатлений, зарядиться огромным зарядом положительной энергии, отлично отдохнуть, ну и, конечно же, приобрести новых друзей из разных стран. Я как президент фестиваля хочу большое сказать спасибо детям. Они замечательные, они великолепные, они самые лучшие. Спасибо большое родителям. Родители и руководители также были участниками всех мероприятий фестивальной недели. Отличное настроение и запал участников, безусловно, передавался и им. И мы, организаторы фестиваля, очень рады, что теплая фестивальная атмосфера положительно отразилась на всех, кто присутствовал на этом празднике – фестивале TV Start. Спасибо большое, TV Start. С великолепным настроением, но с грустью в глазах от предстоящего расставания прошел последний фестивальный вечер. Уже завтра участники разлетятся по разным странам. Но мы знаем, что дружба, которая началась на фестивале TV Start, это крепкая и серьезная дружба. Организаторы фестиваля выразили надежду, что через год участников и гостей 8-го международного фестиваля станет еще больше. Ведь интернациональная семья TV Start каждый день находит своих новых почитателей и поклонников. И фестиваль не заканчивается 9 октября. Он живет на протяжении всего года. Смотрите наши еженедельные телевизионные программы
И вы всегда будете с нами, находясь за тысячи километров. Фестиваль не говорит «прощайте». Мы говорим «до новых стартов», «до скорых интересных встреч». Оставайтесь с нами интересней. Міжнародне фестивальне об'єднання «ТІВІ Старт» спільно з Академією сучасної освіти представляють щорічний родинний телевізійний проєкт «Зимовий бал у Новий рік з ТІВІ Старт». Зйомка проєкту 15 грудня «Київ Комфорт Таун». Генеральний медіапартнер – видавництво «Мір отдиха і бізнесу». Генеральний телевізійний партнер – «Максі ТІВІ». Учасників міжнародного фестивалю «ТІВІ Старт» було дуже багато. Но когда мы вернулись домой, выяснилось, что видеоматериала намного больше. Я даже немного растерялся, на что обратить сначала внимание. Думал, покажу старых друзей, но к старым добавились много новых. А потом подумал взять выступления самых маленьких участников. А может сначала девочек или мальчиков? Ой, возьму наугад, не ошибусь. Середовская Яна, номинация «Вокал», Россия, Екатеринбург. Середовская Яна, с песни «Люби, я и любимый папа», Россия, город Екатеринбург. Номинация «Вокал», младшая категория. Изучая номера с прошлого фестиваля, не надо забывать и о планах на будущее. Мы уже говорили, что в декабре состоится зимний бал. Вообще-то это прекрасное действо. Дефиле в бальных платьях, песни, танцы. А главное, это все снимают наши операторы. И, конечно, вы все это увидите после нашего праздника. Костыгина Алена, номинация «Шоу-программа», Россия, Екатеринбург. Встречайте на сцене
Костыгина Алена с композицией «Дюдюка разная». Россия, город Екатеринбург. Номинация «Шоу-программа», младшая категория. Встречайте! Народный фестиваль на об'єднання «ТВ-Старт» спільно з Академією сучасної освіти представляють щорічний родинний телевізійний проєкт «Зимовий бал у Новий рік з «ТВ-Старт». Зйомка проєкту 15 грудня Київ Комфорт Таун. Генеральний медіапартнер – видавництво «Мір отдиха і бізнесу». Генеральний телевізійний партнер – «Макси ТВ». При организации любого конкурса главным после приглашения должно быть предупреждение. Поэтому предупреждаю, если вы не получили от меня приглашение на зимний бал, то это еще ничего не значит. Приезжайте, места на сцене всем хватит. Привозите песни веселые и грустные, танцы смешные, народные, бальные и классические. Главное, чтобы было интересно всем. В качестве примера можем взять следующий номер. Образцовая студия «Визави». Номинация «Хореография». Станица Каневская, Краснодарский край, Россия. Образцовая студия эстрадного танца «Визави». С танцевальной композицией «Та гараж ты напротив». Россия, Краснодарский край, Станица Каневская. Номинация «Хореография». Современный танец. Старшая категория. Встречайте!
Міжнародний фестиваль об'єднання ТВ «Старт» спільно з Академією сучасної освіти представляють щорічний родинний телевізійний проєкт «Зимовий бал у Новий рік з ТВ «Старт». Зйомка проєкту 15 грудня «Київ Комфорт Таун». Генеральний медіапартнер – видавництво «Мір отдиха і бізнесу». Генеральний телевізійний партнер – «Максі ТВ». Что еще хотела отметить? Многие вместе с выступлением берут волнение. Так вот, предупреждаю, это лишнее. Ну зачем волноваться, тут же все свои. Если надо, подскажут, поддержат, помогут. Поэтому на наш зимний бал лучше брать чемодан, в котором мы сложим яркие впечатления. Театр песни сказочки. Номинация «Вокал. Коллективы». Астрахань, Россия. Бурные аплодисменты на сцене театр песни сказочки. С постановкой «Солнечный город. Россия. Город Астрахань». Номинация «Вокал. Коллективы». Встречайте! Волшебный город на сказочной планете, а в нем чудесно живет один народ. И нет другого на целом белом свете, кто эту песню так весело поет. Программа пролетела как миг. Пора прощаться. Не успели вам показать все, что записали в Анталии, а уже идет подготовка к новому мероприятию. А может, именно так и нужно жить? Может. Именно этот безумный ритм называется творческой жизнью. Надо над этим подумать. А выводы в другой раз. А пока увидимся!
дуэт «Ритм Некс» Давыдова, Коробков Алексей, Ганенкова Анастасия. Номинация «Хореография». Московская область, Россия. А следующие наши конкурсанты приехали из России. «Ритм Некс» Давыдова с хореографической постановкой «Белорусский танец веселуха». Средняя категория «Хореография». Я хочу быть похожим на ветер, чтоб, летая в любых направлениях, раздувать по огромной планете бесконечную радость добра. Я хочу быть похожим на солнце, с высоты освещая дорогу всем заблудшим к родному порогу, чтобы их миновала беда. Чтобы их миновала беда. Счастье, то, что в мире беспечном, вечный, продолжается путь, и даже звезды на пути своем млечном, рассыпаясь пыль, не могут свернуть. Счастье, то, что в мире беспечном, вечный, продолжается путь, и даже звезды на пути своем млечном, рассыпаясь пыль, не могут свернуть.
тут цветными коврами расстилались душистые травы, чтоб неправые были неправы, чтобы в сказку поверили вновь. Я хочу, чтобы делали люди каждый день лишь добро на планете, и тогда непременно на свете будет вечная править любовь. То, что в мире беспечном, вечный, продолжается путь, и даже звезды на пути своем млечном, просыпаясь пыль, не могут свернуть. Счастье, то, что в мире беспечном, вечный, продолжается путь, и даже звезды на пути своем млечном, просыпаясь пыль, не могут свернуть. Программа «ТВ Старт» благодарит за оказанную помощь в проведении телевизионной съемки администрацию гастрокафе «Тарелка», город Киев, Поздняки. Гастрокафе «Тарелка» – это большое светлое заведение с летней зимней террасой, верандой, с хлебным магазином, мини-пекарней и детской площадкой прямо посреди небольшого ботанического сада. Замечательный коллектив гастрокафе «Тарелка» всегда рад видеть вас в своем заведении.